Притон для оказания интимных услуг организовала в съемной квартире жительница Усть-Каменогорска. В борделе обнаружили 5 девушек в возрасте от 20 до 35 лет. Они предлагали интим за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в областном департаменте полиции. По данному факту начато досудебное расследование. Теперь организаторам притона грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Сотрудниками департамента полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводятся профилактические рейдовые мероприятия по предупреждению преступлений, связанных с незаконной трудовой и сексуальной эксплуатацией, а также вовлечением занятий проституцией.